Поднимается день, монастырь над рекой. Заходи, путь открыт, вход отверст. А на сердце такой почивает покой, что я вижу за тысячи верст. Как лампады горят и горят в алтаре, телом здесь, а душой в небесе. Служит старец, монах в белом монастыре, и Спасителя молит о всех. Над изрытой землей бьет 12 часов, избы смотрят глазами сирот. Средь бескрайних степей и дремучих лесов похоронен великий народ. А лампады горят и горят в алтаре с тех времен и до сих самых пор. Служит русский монах в белом монастыре, и как прежде поет братский хор. Звон к вечерне зовет, я причистей хочу помолиться за други своя, помолиться за тех, кто затеплит свечу пред державной иконой ея. А лампады горят, все горят в алтаре, телом здесь, а душой в небесе. Плачет русский монах в белом монастыре, и Спасителя молит о всех.